Заезжаем мы на территорию парка, который называется GVK, сокращенно, полное название мы фиг вспомним, я точку оставлю, он большой, здесь есть голова грифона, еще какие-то достопримечательности. Там очень большие статуи, сейчас посмотрим, они гигантских размеров, там по кускам Будда должен быть, короче, но самый как знаменитый всегда. У них здесь парк на Букете, может на Букете находимся? На Букете. На Букете. Нужно прилететь, мы покупали. Забыли про билетик. Sorry. Вообще забыли о том, что, наверное, же билет нужно купить в Карнавале. Вот, собственно, мы продаем. Мы так заговорились на камеру, что вообще забыли про вход, блин, платный. На фоне таких скал кажется просто, что ты песчинка, блин. Ну, огромная, конечно. Кубы просто на огромных вертолетах спустили, поставили такие. Смотри, как впереди. Ощущаешь, это такой маленький карлик такой, маленький. Так ты есть. Такой маленький вот такой вот карлик. $50,000 с двоих мы заплатили только за мотобайк. Это, наверное, один мотобайк, 50,000 проезд был. Здесь дополнительно вот тикет Ария. Нужно приобрести билеты. Два билета нам стоило, два взрослых. Нам стоило 250,000 рупий, вот, чтобы попасть в тот красивый парк. Посмотрим. И вот там идет расписание определенное, когда происходит их вот национальный танец, кичак называется, да? Вот сейчас там 6.30, примерно в 6.30 вот будет танец происходить где-то в амфитеатре. Ну, соответственно, мы на него попадаем, поснимаем, покажем. А к двум билетикам прилагается бесплатный напиток. В каком-то ресторане два халявных напитка. Ну все, блин. Это стоило того точно. На территории есть сувенирный магазин. Мы продолжаем двигаться прямо. Не совсем понятно вообще алгоритм в этом парке. Как, куда нужно идти, что, куда покупать. Ни хрена никто не говорит, не показывает никаких. Стрелки есть, но что мы вот вход, ну что мы в том входе увидим? Короче, пока что совет, пока можно не покупать билеты. Сейчас посмотрим, будут ли их вообще проверять. Ощущение, что вообще не надо было их брать. Очень странно. Тикетбокс написано там. Что это значит за тикетбокс? Я думаю, что на входе где-то все-таки нас проверят, потому что на том входе там было написано, что вы без еды, без там чего-то животных должны заходить и иметь билет. А возле туалета играет такая релаксирующая, спокойная музычка. Там можно посидеть, подумать, журнальчик полистать. Никогда не понимал, как можно в туалете журнал. Вот, смотри, амфитеатр, сюда надо. Класс! Ну, это красиво, конечно, прикольно. А вот этот, наверное, ресторан, да? Идем на шаровый напиток. Ага, вот сюда вход. Так, что там еще есть? Ну, тот же амфитеатр, где будут они танцевать. Ну, это мы пойдем после того, как выпьем шаровый напиток. Очень красиво, конечно, здесь. Лавочка такая, серьезно. Красиво вообще. Ого. Красота. Я пока поснимаю, пока Оля снег выбивает. Шаровые напитки. Классная панорама, конечно. Вон аэропорт. Пляж Джимбаран. За ним Кута дальше туда. Это залив, как я понимаю, от моря уже отходит. И круглые сутки летают змеи. Нравится мне музыка балийская. А вот, наверное, какой-то инструмент музыкальный, да? Здесь сядем? Вау! Нравится тебе здесь? Конечно, только жарко, капец, не могу.
позади меня ресторан, в котором мы выпили охлаждающий напиток. Сейчас пойдем на территорию уже амфитеатра и мы точки, где как раз вся красота находится по моему скромному предположению. Ага, здесь, наверное, амфитеатр, судя по крыше. Это какая-то кафешка, которая не работает сейчас. Вот как выглядит расписание примерно. Ставьте паузу, изучайте. В религии есть у них понятие, да, что нельзя заходить с оголенными ногами, плечами, декольте и так далее. Жена в штанах, но ей все равно что-то вот навязывают. Короче, чтобы отличать, да? Thank you very much. Все, вот такой вход, да. Так это же я, смотри. Слушай, ну да, твои предки точно. У меня самокритичная, Оля. Хорошо. Мы все какие-то уже жирные, липкие, покатались, в втором центре погуляли, покупались. Мы такие же полу, конечно, уставшие, но мы не перестаем просто кайфовать. Здесь очень красиво. Какая-то атмосфера, конечно же. Классно, да? Окей. Монетки лежат. А ну, давай прыгай. Ныряй, собирай, какой бросать? Давай мы бросим. Монетки, я собираю, ничего не выбрасываю. Нет, давай загадаем желание. Найди какую-то нашу и брось. Не, нашу нету. Одинаковые найди и брось одинаковые. Бросай монетку, без меня вернешься. Говорит, что мне загадать? Загадай, чтобы все твои желания сбывались. Что ты будешь загадывать? Я хочу, чтобы в Украине не было войны, это раз. И хочу, чтобы мы с тобой дожили до 100 лет, это два. И хочу, чтобы мы с тобой еще вернулись сюда не раз, это три. А... Маленькая поправочка, чтобы мы дожили до 100 лет в своем уме, с руками, ногами, в трезвом уме и в здравом сознании. Чтобы мы до 100 лет могли передвигаться, могли сами себя обслуживать и в 100 лет резко крякнули и все. Вот такого желаю. Да, жена? Yes. О, смотри, морда какая-то на нас уже смотрит. Смотри, я так умею. Под музыку. Она думает, что она умеет, но вы же видели, что ни хера она не умеет. Не, ну я не буду тут лунную походку, конечно, показывать. О, боги. Ты видел, что там? Да, идем. Ощущение, что он вот-вот откроет глаза. Красиво, да? Прикольно. Только не знаю, что, но тем не менее. Ой, на фоне еще там один. А здесь жена парит. У меня лыба с них не сходит, короче, когда на Бали. Очень красиво здесь, конечно же. Ага, можно вон дальше пойти погулять. Сейчас идем. Вот голова грифона. Ну. Thank you. Вот мы находимся возле головы грифона. Там большая статуя, я, к сожалению, не знаю, как она называется, но момент в том, что она немного недостроенная. Хотел сказать о том, что она вот здесь производится из каких-то секций определенных, да, и будет достраиваться. Вот он будет в скором будущем, я уверен, что там будет красивее, все будет полноценное, все будет красиво. Мы пока не совсем понимаем, за что мы, конечно, дали 250 тысяч рупий. Ну, кусочек сада, бесплатный напиток. Но если бы мы здесь не побывали, мы бы пожалели. Ну да, мы бы жалели в точности, если бы мы сюда не приехали, думали, о, блин, а там-то красиво, наверное, там тот, наверное, там это. Вот почему мы не поехали, если было время. Время было, мы не воспользовались, ну, деньги приходящие и уходящие. Да, деньги в нашей жизни не настолько важны, как многим кажется. Ну, мы сейчас еще погуляем, посмотрим дальше, что есть. Классная вот внизу лужайка, очень колоритная. Я понимаю, что светит солнце в объектив.
Очень классная лужайка, как будто в Горвардсе или Хардвардсе. Как в Гарри Поттере, вот эта фигня, школа, в которой они учились. Я не фанат этого фильма, в принципе, фильм прикольный, да, люблю фантастику и тому подобную фигню, но, конечно, очень... Горвард, Хорвардс, блин, Гарвардс, блин, Рэрвардс, не помню. Вот очень похоже. Понятно, еще одна, блин. И те же кубы со скалы, я не знаю, какая-то порода, то ли мягкая, и люди выдолбили дыры, то ли вообще фиг его знает, то ли для каких-то целей вынимали. Вообще не могу понять, нужно узнать, конечно. Ну, мы без гида нифига, конечно, мы толком сами не узнаем здесь. Мандариновый фреш, обожаем его. Очень освежающий, вкуснейший напиток, богатый витамином С. Будьте умнее, никакого льда. Так вообще советик. Везде, всегда, во всем мире, без льда, это значит более чище напиток будет. Во-первых, меньше непонятно, воды. На чем этот лед вообще изготовлен, потому что у них воду нельзя пить с крана. Ну, хрен его знает, что там за лед. Ну, я уверен, что для напитков лед, они как раз покупают для напитков лед, он хорошего качества, но... Фиг его знает на самом деле, но мы не из-за того его не пьем, просто что и так не жарко особо уже. Лучше мы больше мандарина выпьем соком, чем льда. Additional song, yeah? Where are you from? Ukraine. Украина. Дякую. Thank you. Дякую. Thank you. Дякую. Дякую. Thank you. Good luck. Не сладкий. Вообще не сладкий, водянистый такой сучок. Мы перед этим, блин, пару леденцов съели сладких. Поэтому он точно не сладкий, он будет кислым. Вообще не сладкий, такой еле-еле похож на апельсиновый сок. Водянистый такой. Вкус воды с ароматом мандарина. Сосиски, напитки, вот здесь можно перекусить такой. Вон даже фрукты есть. А дальше в емкостях белая. Это кокосовый такой напиток, я сейчас ближе его покажу, как он выглядит. Там прям со стружкой, я так понял, кокосовый вот этот вот сок вместе с кокосовым мякотью. Вот он. Thank you.
Очень громко, и он как будто не в тему это все, он сильно орал в микрофон, получается. А вот мужики как бы все пели прикольно, классно, так что-то там молились. Старались. Ну да, классно все, в принципе, понравилось. Длилось мероприятие в районе 30 минут. Да-да. Примерно так, и как бы быстренько все, оперативно. Посмотреть это нужно обязательно. Да? Это пунктик такой. Почему бы нет? В Улувату есть еще такой танец, да, проводят его? Да, то я думаю, что это то же самое, потому что у них он один-единственный национальный танец, поэтому... В любом случае, я думаю, что это, да, будет похоже, просто что, возможно, разные костюмы, разные актеры, исполнители. Все может быть по-другому, тем более место где-то проводится. Здесь это амфитеатр закрытый, в Улувату это может быть открытая местность, поэтому там прикольно. Мы не знаем. Мы сейчас с Сашей едем домой репетировать, мы сейчас сами будем танцевать этот танец. Подрабатывать. Наш день подходит к концу, мы идем за нашим байком, садимся за руль, домой. Едем домой, да. Нас ждут новые приключения уже завтра. А сегодня был классный день, мы сегодня столько всего успели, в Путу съездить, сходить в торговый центр. Огромный центр, покушать много всего вкусного, потом посмотреть Кичак и погулять по классному парку ГВК. Это супер день. Да, все, чао, наш инстаграм где-то здесь, чао.